Всех приветствую на своем канале и давайте приступим. Раппорт узора состоит из 12 петель. Я буду набирать цепочку из 36 воздушных петель. Цепочку из 36 воздушных петель я набрала. Далее дополнительно еще набираем 4 воздушные петли. 4 петли мы пропускаем. Из 5 начинаем вязать 5 столбиков с накидом. Провязали. Далее набираем 2 воздушные петли. Далее вяжем снова 5 столбиков с накидом со следующей петли. Пять столбиков с накидом провязали, дальше 2 петли пропускаем, с третьей начинаем вязать 5 столбиков с накидом. Далее повторяем такое же действие, как и в начале. Набираем 2 воздушные петли и сразу же начинаем вязать 5 столбиков с накидом. Дальше снова 2 петли пропускаем, с третьей начинаем вязать также 5 столбиков с накидом. И так, чередуя, мы вяжем до конца ряда. В конце цепочки у нас осталось 2 петли,
И сейчас мы провяжем таким образом. Одну петлю мы пропускаем и в последнюю вяжем один столбик с накидом. И первый ряд мы провязали. Далее приступим вязать второй ряд. Набираем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. В самую первую петлю вяжем один столбик без накида. Далее набираем 3 воздушные петли. И под 2 воздушные петли, где мы набирали в первом ряду, мы вяжем 10 столбиков с накидом. Десять столбиков с накидом мы провязали, далее набираем 3 воздушные петли. Далее, в то место, где мы пропускали 2 петли в цепочке, мы вяжем столбик без накида. Далее набираем 3 воздушные петли. И снова под 2 воздушные петли мы вяжем 10 столбиков с накидом. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда набираем 3 воздушные петли и вяжем столбик без накида в последнюю петлю. Дальше вяжем второй ряд, набираем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание. И здесь мы будем вязать лицевые рельефные столбики. Делаем накид. И вот таким образом провязываем рельефные столбики. Вяжем 5 рельефных столбиков. Далее делаем 2 воздушные петли и продолжаем вязать также лицевые рельефные столбики. Еще 5 столбиков.
провязали, и смотрите, какой красивый узор у нас получается с лицевой стороны. Дальше продолжаем вязать также лицевые рельефные столбики . Снова вяжем 5 лицевых рельефных столбика. Дальше набираем 2 воздушные петли и продолжаем вязать лицевые рельефные столбики, так же, как и в первом раппорте. И продолжаем таким образом вязать до конца ряда. До конца ряда довязали, дальше вяжем 1 столбик с накидом в последнюю петлю. Третий ряд мы провязали. Далее все последующие ряды мы будем вязать так, как мы вязали второй и третий ряд.
И вот такой красивый узор у нас получается. Куда применить такой узор, вы уже решаете сами. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным. У меня на этом все. До скорой встречи в новом видео.